Вопрос, да? А, их, смотрите, их надо в переулке закрыть, наверное. Насколько я смею судить, смотрите, смотрите, все, теперь я понял, а я бы со стражниками это точно не, блядь, не сделал бы. Я бы со стражниками вообще не справился никак. Леон, только не нажми, пожалуйста, на кнопку. Леон, не нажми на кнопку, пожалуйста, попросил уже. Все. Чики-пуки. Чики-пуки, да, Леон? Умирающий, внутри будто огнем, говорит, что мне делать? Не надо было пить водку без закуси, чувак. Вода. Так местные называют водку, вода. Ай, Леон, 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 чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Хватит кнопочки тебе бить. Ну, погнали дальше. Леон, дай-ка сюда стик. Ты плохо управляешь. Маленький, вредный мальчонка. Бля, а куда вот такие теперь? Влево или вправо? Так, мы добрались до университета. Хули теперь? Леон, тут сейчас очень опасно, блин, ты не помогаешь мне. Так, можно было и слева спуститься, и справа. Да, жестко тут, блин. Вопрос. Вот че вопрос. Если я сейчас камушком собью. Ну так-то неплохо получилось. Бля, ребят, я считаю, вообще отлично получилось. За такую ачивку надо давать. Еще остались стражники? Остались. О, Леон, ты еще и соска, что ли, был? А я не видел, что ты соска с собой. Не, ну скрыть шикарно вышло. Столько стражников я на раз уничтожил. Кто красавчик? Я красавчик. Так. Обшмонаем все, что можем. Так, стоп. Вот эту хуйню надо создать. Эти штуки 4 нужно будет. Леон, Леон, тихо! Вот эту надо одну. Блять, а тут всего понемножку надо. Хотя бы поштучно, чтобы были эти запасы. Так. Леон, зачем соску дерешься, а? Блять. Не пойму, он, блядь, лицом сюда стоит, Леон. Или че? Не, вроде спиной. Вроде жопой к нам. Леон! На соску, не дерись ей. Маленький буян. Леон, блядь, сейчас всю миссию провалишь нам. Блядь, как с ним быть? Он, сука, в шлеме. Вот говнарь. Ой, ребят, я знаю, как с ним быть. У нас вот эта штука есть. Леон, тихо. Леон, блядь, миссию провалим.
Леон! Леон, из тебя помощник никакой, короче. Я же тебя обратно положу, будешь мешаться, пап, так если. Слышишь? Слышишь меня? Ручку дай сюда, чтобы не упасть, не? Леон, блин, не нажимай кнопки, ну ругаться буду. Леон. А в пизду. Бля, что-то ребята куда-то. Что-то ребята, Леон, ты не помогаешь, ни хренища. Иди-ка, говорит, сюда. Да пиздец, Леон. Нашел как кнопочки свои, сейчас если все сначала будет, сам будешь проходить, понял? Ебать! Ебать! Леон, все, не трогай кнопки больше. Все, Леон, кнопки тебе трогать больше нельзя. Леон, я тебе говорю, не трогай больше кнопки, пожалуйста. Так. Отлично. Фух. Отлично. Так. Идем-то другим путем. А, не, нихуя не идем другим путем. Собираем всякое барахло. Леон, хватит. Блин, Леон, не будь жопой маленькой такой вредной, а? Все, все, сейчас тебя обратно положу. Все. Так, ай, блин, соску ты держи. Так. Опа. Ты же такой маленький вредный мальчонка у нас, а? Бедный мальчонка. Леон, не дай миссию завалить, пожалуйста. А, ну ты сейчас уже не помешаешь, так что. Ке-ке-ке-ке-ке. Ребят, короче, я пока звук выключу на стриме. Хотя нет, вроде все тихо. Мы сейчас, знаете, как будем действовать? Вот такие макары. В смысле? И в пизду. Где? Леон, ведь мог помогать, а ты теперь чё? Ты теперь не помогаешь. Ты теперь вот, вот так вот лежишь рядышком. В общем-то. Ох, тут ништячков-то насобирали, да? А? Я только что себя снял. Мне мешал играть, кнопки нажимал, и, короче, меня убили за него. Маленький вредный мальчонка, я же говорю. Мальчонка? Вредный мальчонка?
приятный мальчонка. Какой же ты приятный мальчонка. Уже не спишь. Бредный мальчонка, еще какой. Не целовали? Вот и целовал. Ой, да нихуя стражники стоят, я таких не вырублю, бля. Так, значит, ищем. Обход. Ищем обходное местечко. Стражник только. Как говорится, в хуй он тебе ёпта. Они все спиной стоят, отлично. Отлично. Тихонько крадемся, как настоящие разбойники. Ты зачем опять соску выпил? Тяни крепостных стен. Глава 9. Чё-то просто ачивка, да? Да. Ой. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol. Что, следуйте за тягами с розами? Что такое тяги? Давайте-ка сейчас, ребят, свет включу. Может, мелкому темно. Хотя чуть темно, то давай это засыпать тебе нельзя, так что. Будем со светом сидеть. Ну так, да? Так. Че это такое? Что такое стяги из роз, ребята? Кто знает? Напишите, пожалуйста. Я так не ебу, что это такое. Ну, здесь игра линейная, так что, думаю, не ошибемся. А-а-а, нихуя уж. Не такая же она линейная оказалась. Бля, вот тебе прикол. Бля, вот тебе приколюха, смотри, сколько дверей-то. Называется, да пизделся, линейная игра, линейная игра. Так, это куда у нас дверь выходит? Заперто. А это куда? Тоже заперто. Блять, и этот будет заперта дверь. Почему? Что ж такое-то? Ё-моё, народ, Леон. Маленький помощник. Ну ладно, давайте сюда-то пойдем. Все книги, похоже, что сожгли. Так, хуя какая библиотека здоровенная. Да хватит соску уплевывать. Не, держи. Все закрыто, все заперто. Понятно. Ну, короче, нам в ту сторону, значит. Вот сейчас локация чем-то Bloodborne напоминает. Прям прикольно. Стяги, цветы из рук. А, вот за эти стяги, типа, блядь. Так, ребята, ставим паузу, делаем творческий перекур. Я мелко беру свою наволочку освежиться, может, станет получше. Так что, АФК, 5 минут. Да?
Че, ребят, я вернулся, погнали. Слушайте, к слову об инвизе. У меня камней дохуя. Вроде как без шлема. С жопы себе пшикни, блядь. Я здесь рулю, блядь, как играть. Амуниция под моим... Вернее, как ее? Амиция зовут. Короче, под моим управлением ты будешь амуниция, потому что, блядь... Потому что ибо нехуй. Так. Опа, спиртяшку с него взяли. Так, а куда это? Так, а что-то я... Что-то, ребят, не в курю, куда толкать эту херню? Так, давайте посмотрим. Мы теперь можем... А, мы теперь можем... Всякие снаряды, все как... Что-то я не понял, так. А, то есть изготовление, улучшение, вот. Так, стоп, вот эту хрень, не, вот эту изготовим еще. В языке нет места, ясно. Зато вот так теперь есть. Так, пойдемте осмотримся. Чё, куда да чё, почём? Я, честно сказать, до конца не вкуриваю. Где проход? Где проход? В очке проход, блядь. Так. А, всё, вижу. Теперь вижу. Не, лучше перед ком пойдём. Это чё ж неудобное управление, вы бы знали, а? Вот это управление этой хернёй. Как Last of Us, только хуже, блядь, так. А, прям вот так надо поставить, что ли, да? Да ёпта, вы издеваетесь, что ли? Это я протупил, ребята, сорян. Я сегодня что-то с утра потренировался, охуительно, у меня куча мозга тут. Кровь ушла из мозга во все другие места. Дальше сами гадайте, в какие, блядь. Так. Ей, автосейв, автосейв, где автосейв, сука, нет автосейва. Ничего, мы не прошляпились, надеюсь, так. Отвечаю, там что-то будет. Что-то будет лежать. О, сундучок. Тут, кстати, как интересно сделано, знаете, этот всякие штуки, которые лежат, они блестят, то есть издалека видишь, а сундуки нихуя, сундуки всякие клевые штуки бывают моментами. Бля, а нам отсюда алхимика не вырубить случаем? Ёпта, ребят, я только что алхимика вырубил. Не, просекли фишку, я только что алхимика вырубил, нахуй, который вроде как бы вырубать, типа он как главный тут вроде был, блядь. Я возьми да просто вхиби ему камнем по голове, блядь. Не, ну что тут скажешь. Здорово, здорово, они чё, все в шлемах ходят, да? Блядь, да, они все три в шлемах. Блять. Блять, прям сюда смотрит. А не, я съебался. Сделал съебасло.
Не, ну алхимика знато въебошил. Так, чё, он просто будет копошиться и всё? Будем надеяться, что да. Блять, бедный алхимик. Мне даже его какой-то момент, может быть, жаль было, что ли. Ну, несправедливо, блядь, да, конечно, издалека с балкона взял, как ебал ему, блядь, камнем. И все. Улучшение. Есть что улучшить-то? Нихуя мы не можем улучшить, понятно. Я даже, честно сказать, не уверен, что до конца игры мы сможем что-то прокачать. Ну, блин, не что-то, а полностью прокачаться. Блять, ни к чему, ни к чему, если попёр, зря. Зря. Чё он сказал? Блять, тут... Сука. Я не понял, что она сказала, что такое наверх посмотреть, что-то арьем попасть надо. Так, одного черта вижу. Второго тоже вижу. Че, ребята, как говорится, выпускаем крыс. А, то есть вот так, да? А, туда они, блядь, так просто не пойдут, да? Они меня-то хоть не сожрут, сейчас, надеюсь. А может, это я и зря сделал. Кто знает, кто знает. Так. Препараты. Давай, бери всю эту хуйню, которая есть на халяву валяется, блядь, дурак. Дурак, придурок. Так, а теперь я что-то, блядь, не понимаю. Я, видимо, неправильно действую. Ой. Надо, видимо, по-другому делать. И вот так. Нет? Опять неправильно. Что-то сам себя в это загоняю. Что-то, ребята, я туплю, блядь. Опять, к слову. Да, сейчас, секунду. Ребята, сейчас. Я не знаю, сама реши, как лучше. Si tu fais attention, tu foutais les pieds aussi. Ну, нам можно лучше искупать, а потом спать, да? Ну, тогда попозже чуть-чуть лучше это делать.
Attendez que je vous mette la main dessus. Блядь, чё не дохнет-то, блядь? Наконец-то, блядь. Ёма народ, блядь. Так. Типа мы все вроде правильно и здорово сделали, да? Правильно, ребята? Да, надеюсь, что да. Il va finir par recouvrir le monde. Блядь, ну алхимия, конечно, знатно вырубил, блядь. Это не главный алхимик, а просто какой-то. Типа ноунейма. Лампадка какая-то горит. Avance, forgeron. Travail qui attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un vieux pareil. Un prisonnier. Eh ben, il va peut-être enfin ouvrir cette porte. Так, ну, куда нам не пройти? Il y a trop de gardes là. А сюда можно. Comment on ira faire ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Так, я вижу там крыс. Но вопрос, ребята, в другом. Блядь, вот сейчас сдохнем или не сдохнем? Если я сделаю вот так вот. Блядь, хуёво. Да очень хуёво получилось. Блять, проход за мной завалился, сука. Ладно. Он что, сюда идет, мне кажется? Сука, знатно, я, конечно, зарядил ему. Ничего не скажешь. Бля, обратно вернется. Вот ты сука такая, а? Бля, ну все в бронюхе, это, видимо, финальные уровни пошли. Уёбывайте отсюда. Опа, че это? Ткань, это же ткань, ребята, это ткань. Ткань хороша, когда ухаешь, не спеша. Attends, j'y retourne. Attends. Fais attention. Вот и все. Une fois de plus. Бля, вот эта игра что доставляет, то, что смотрите, крысы изначально какие они были, типа, ну, суки, мрази и все такое, да? А теперь, как мы их используем чисто для себя, так сказать. Посмотрите. Так, а теперь смотрите внимательно, как я умею. Бля, ребята, это не здорово. Подожди секунду. Пожалуйста. Сейчас, ребят, еще секундочку. Чего случилось? Обычно не бывает. Или я не прав? Не, на месте. Чудо.
Сейчас воды попить и чего? Разбаловался там кнопочками, да? Это вольно морда вот, но... Чё, я вернулся. Чуть не проебались. Ждем, когда он съебет, а он не съебывается, вот сука такая. Что-то крысы в этот раз меня подставили, короче. Л'эндрой est vide. Давай въебывай отсюда. Неловко вышло. Чувак, а ты съебаться отсюда не хочешь случайно? А? Бля. А, ну в принципе, у меня есть. О, да у меня дохуя. Не-не-не-не. Камушек. Не достает. Ладно, тогда кувшинчик. Ты куда encore? Cherche. Отлично. Так, вот эту хрень берем. Блин. Ну ты сука такая, а? Пидорас. Пидорасина, блин. Фух, блин, стрёмно, конечно, было. Ничего не скажешь, ничего не скажешь. Опа, горшочек. Не? Да. А, это камень, блядь, ясно. Так, вот теперь вопрос. Там крысы, тут крысы. А, ну в принципе, чё, вот эту хуйню берем и сюда ёбаем. Блядь, а, ну нормас. Так. Нормально, нормально все, ребят. Жить можно. Ну,
Да блять, хули ты. Ёпта. Ёпта хуёпта. А нет, нет, отглючил, 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 все отлично, ребят. Фу. Это пиздец, конечно, так. Ну ничего, ничего, мы, блядь, живее всех живых. Пока что, по крайней мере. О, прокачаться можно, да? Давайте посмотрим, что мы можем качать. Не, а не, алхимию можем, сосуды вкачать, инструменты. Давай. Ça va me simplifier la vie. Ну хотя бы так. Видите, что-то да прокачали. Так, пойдемте дальше. Ой, что-то с чувачком-то делают такое. Это что, это папе римскому что-то закачивают? Нихуяшся. Нихуяся, тут алхимики жару дают. А, я все-таки не главного алхимика вырубил. Тише же, и года вымя. Ле сеньор Николас, как ты решишь? Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. Сын кузнеца, он же кузнец, а не библиотека. Tu portes avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benevento. Vitalis Benevento, нихуя, это инквизитор. Ce que j'ai dû endurer, vois. Ce que je m'inflige. Ебать. Ебать, жесть. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Roderick, Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe. Avant de voir ouvert cette porte, ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. En mode. А, нет, слушайте, инквизиторы. Ой, инквизиторы. Блять, как сука. Что пали первые? Сектанты хотел сказать, да блять. Алхимики, ебать, они все одинаковые стрёмные. Слушайте, я предлагаю этот. У нас есть 13 камней. Я предлагаю ими воспользоваться. Бля, нравится мне алхимиков вырубать. Прикольно получилось. Вот тебе и бичева, блядь. Родрик. On dirait qu'on a tous les deux descendus. Смотрите-ка, и скрываться не придется, блядь, в этой комнате. Но я думаю, алхимики другим страшны. Они, наверное, блядь, этот... Издалека хуярят. То есть с ними лучше шутки-то не шутить, наверное, да? Так, вот эта вещь, она охуенная. А, только одну можно изготовить, понял? И вот эта вещь заебись, да, как отлично. Что та, что это спасает либо от крыс, либо от этих стражников. Видимо, поэтому по одной штуке только и можно их изготовить. Но, блядь, вещь такая.
Как дополнительную жизнь, можно сказать. Закрыто. Закрыто. Вот тебе придется немножко покраситься. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais. Et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de Rune, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avance, on fait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des gens. Ой, а с той стороны точников больше лежит всяких. Так, слушайте, а в чем проблема? Я сейчас обойду с этой стороны. Поднимусь туда, э? И никто меня нахуй не спалит. Блять, спалили. Этранж. Все нормально. Не сыты. Бля, он тебя сюда смотрит, а нет, он говорит, вернулся, все отлично. Да? Да. C'est quoi ça? Alors, tu connais? Yo, твою мать. Parle pas de ma père. Нет! Ne jouez à ça. C'est ça. Какая-то хуйня лежала, некуда дойти, вообще все, все ясно, так. О, bien dit. Avance. О, грязи. C'est mon ami et moi. Avant, on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des mêmes. Je voulais Gaillard, mais sans moi, on aura taillé assez. Ну, тогда, конечно, я прикол еще, блядь, не понял. J'ai hâte. Ну с этой что здоровой бандурой делать? Вот это я. Alors, tu connais? Je te rappelle ton père. Parle pas de mon père, t'as compris? Oh, vraiment. Tu veux jouer à ça? Ааа, все, заебись, он просто стоял, ждал. Сука, ебать, они стрёмные. В углу забился, как маленькая сучка. Ну страшно стало, блядь, паника, паника. Паника, паника. Allez au travail. Ça ой-ой-ой. Тяжелый доспех, надо что-то придумать. Что мы можем придумать? Блять. У меня сейчас был сейф. У меня сейчас был сейф. Бля, вот крысы, где они, когда нужны, бля, да? Кто бы сказал. Давайте, значит, попробуем вот эту хуйню. Слушайте, во! Короче, попробуем сомну. Оу! Блядь. Ой. Блядь. Сука. В общем, да что такое, блядь. В общем, сомном не работает. Хорошо. Сейчас, ребята. Thank you.
Сейчас убьют наших всем. Так, че, ребята, че мы можем юзануть против этого пидораса? Поджигает угли, отвлекает врагов. Противник вынужден будет снять шлем. Ой, ребята, кажется, только что смекнул. Все гораздо проще. О как! J'ai pas quitté, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de la commande spéciale. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Eh, ouvre la porte, yop toi, moi. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Ёптать, реально, давай быстрее, чувак. Что, серьезно, бежим? А за собой дверь-то закрыть неплохо было бы, не? Твою мать. Бежим нахуй! Бежим! Как ты их замедлить ты собрался, блядь? Интересно, интересно. Ох! Ну что-то такое. У нас пошло. Ладно, ребята, в общем, чё? На этом моменте мы сейвимся. На этом моменте сейвимся, стрим завершаем, мелкий кабизничает. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будет продолжение и, скорее всего, финал. Всем пока.